вот наши гости так изобразили Иркутск. Вот, вот здесь вы создавали собственную композицию. Я ладно, девушки, вот давайте мне внесите немножко красоты в мой сегодняшний вечер. Этот свой рисунок, 209-й рисунок 209-го дня 2023 года, я рисовал в компании с Катей из Костромы, дочерью моих давних знакомых, у которых я гостил 2 года назад. А сегодня она приехала в Иркутск, побывала на Байкале и походила по городу со мной, и мы вместе порисовали. Получился такой мини-экспромтный мастер-класс. Что из этого получилось, вот посмотрите. А вообще всем предлагаю, пока лето, пока я здесь, присоединяйтесь, и вы можете со мной кое-чему научиться, если пожелаете. Звоните. Я готов с вами провести час-два работы на пленэре в этой такой сегодня популярной, интересной теме, в таком жанре, как урбан скетчинг называется, а по-нашему просто городские зарисовки. Это во дворе нарисовано на углу Карла Маркса и Ленина. Всего доброго. Жду вас на улицах Иркутска. До свидания. Вот наши гости так изобразили Иркутск. Я вообще, я как доцент кафедры дизайна ставлю за этот рисунок 5. Ух ты! Да, я за него... Вот, да и, собственно, этот... Зачет. Здесь особенно начало было хорошее, конечно. Ну, начало... Начало. Нет, но все равно положил как раз доцент. Нет, тут здорово. Кстати говоря, а вот покажите ваши цветные. А, сейчас будет обсуждение. Нет, я хочу вам все-таки позитив какой-нибудь сказать. Ну, вот это даже. Ну, вот она, кстати... Ничего. Так вот, смотрите. Нет, это не считается. Но она же черно-белая. Нет, я про цветные. Ну, и мне кажется, цвет мешает, короче говоря. Вот о чем речь. Хотя, наверное, хочется. Вот если хочется передать... Хочется закат было передать, хоть ну, как-то. Ну, никогда вы его в жизни карандашами не передадите. Поэтому ну, в данном да, случае... краски. Ну, красок не было. Передавать не надо. Надо создавать. Вот понимаете, вы здесь же вот... Я же вот вам говорил, не надо сильно передавать. Вот здесь вы создавали собственную композицию. Что тут передавать? Ну, и получилось. И получилось вообще вот это картинка шикарная. Правда, вот это черное пятно надо затереть, оно здесь явно черное. Откуда оно появилось? Это черный портал. Я его не видел. Портал в другой мир Иркутска. Да, вот именно. Ладно. Сейчас ладно, девушки. Вот давайте мне внесите немножко красоты в мой сегодняшний вечер. Добрый вот. Вечер. Здрасте, вы у нас из... Мы из Екатеринбурга, я Аня, очень приятно. Здрасте, вы тоже же из Екатеринбурга, да? А я был в Екатеринбурге 2 года назад, как раз путешествовал по России, вот в Кострому заехал, ну сначала в Екатеринбург, да. Ничего, он так понравился. Я его, знаете, как определил Екатеринбург? Как, что такое предвестник столицы. Там у вас есть какие-то уже, когда из Сибири едешь, там из Томска, из Новосибирска. Ну, Новосибирск тоже такой понтовый город. Ну, в Новосибирске больше промышленности и понтов, а Екатеринбург, он уже чувствуется, что ты подъезжаешь куда-то туда, к Москве. Я думаю, Екатеринбургу было бы очень приятно это слышать. Да. Спасибо большое. Да, правда. Это приятные слова. А это Кострома. Ладно, я пойду, однако. Правда, до свидания. Спасибо большое. Да.